достаточно проблемный, наверное, самый проблемный в нашем селе Хальцикиновка. Наконец-то благо цивилизации дошли до нашего села. Я родилась, выросла и живу в селе Константиновка, но работаю в городе Мелитополя. И каждое утро, когда я еду на работу, смотрю, как у нас развивается, процветает родной город Мелитополь. Тут все строится, все благоухает. А когда возвращаюсь домой, у меня сердце кровью постоянно обливалось от того, как у нас стоит село Константиновка. Никакого развития, тиши, благодати. Наконец-то мы дождались процветания такой вот этой степени и в нашем селе. Люди ждали, очень ждали ремонта именно этого участка дороги, потому что он проблемный и очень проблемный. Дорога очень разбита и размыта, и необходимо было ремонтировать именно эту часть дороги. И благодаря поддержке и инициативе народного депутата Сергея Минько в селе Константиновке все-таки будет ремонт на этом участке, и наше село все-таки дождется новых и качественных дорог. А мы со своей стороны, депутаты политической партии команды Сергея Минько, будем делать все возможное, чтобы наше село в дальнейшем процветало и развивалось.